играть за счет короткого и среднего паса. Ох, как теряет здесь мяч сейчас Динамо на своей половине. Момент создается стопроцентный. Ну и вот оно, наказание. И Аносов открывает счет в этой встрече с передачи Матвеевнина. Классно, Матвеевнин тоже вырезал. Ну, Аносов уже... Да, в любом случае расстояние уже небольшое. Как бы там... Не получилось, да, в любом случае этот удар уже будет опасным, а вот и момент у салюта, и, пожалуйста, 2-0. Ну, молодежная команда «Динамо» очень много пропускает со стандарта. Атака «Динамовцев». Но вот здесь обрезается сейчас динамовцы. Третий мяч залетает в ворота. Этой самой ошибкой в дальний угол отправляю мяч. Вот, вот. К сожалению, и... Ах. Но именно что касается обороны, ну, судите сами. То есть с прошлого матча, получается... Трое из четверых, да, игроков в обороне, соответственно, не изменились. А здесь еще один момент. Удар и 4-0. Это уже разгром. Черняков. Попытка направо. Если не получилось. Киселев теряет мяч. Ну и буквально выход 1-1. Решает его. Тяжело. Да, потерял ворота Владислав Донцов. И в этот раз... Выручить свою команду не получилось. Поймал там его на противоходе. Подача в штрафную. Момент. Мамонов. Пенальти. Пенальти зарабатывает Егор. Для что предыдущий-то пенальти он не забил. Если не ошибаюсь, было это в матче против Металлурга Оскол. Как минимум 5 мячей мы уже увидели, а сейчас может быть и 6-й. Ефимчук, разбег, удар! Угадал вроде бы, как и Донцов, Андрей Ефимчук. С чем мы его и поздравляем. 4-2. 6 мячей мы с вами увидели.